Конечно, с грустью не с хочется. Радостью. Какой радостью. Стать богатым. Не хочется уходить со школы вообще никак. Я думала, что я не буду скучать, но я еще не успела уйти, но я уже скучаю со школы. Да ушел, да, ушел, да и слава богу. Ну нет, все, это его мнение. У каждого по-своему. Вы уже отыграли. Я бы еще раз 11 лет бы еще раз промотала с 1 по 11. Почему? Ну не знаю, как бы все равно в школе намного веселее, чем... Чем где-то. Ну, будут новые друзья, новые открытия. Ну, много да? знакомых очень, всех учителей так долго к ним привыкали, а теперь они нас покидают. Ну, самому любимому учителю что-нибудь скажите приятное. Елена Петровна. Елена Петровна у нас самая хорошая. Руководитель. Ну, конечно, нервы лучше. Помотали очень хорошо. Ну, мы ее любим. Конечно, любим. Очень любим. Ну вот, говорите, любите, а планируете ли приходить в школу когда-нибудь? Конечно, по празднику? Особенно мы вдвоем, мы без школы никак не можем. Да. Это мы вам часто говорим. На каникулах всегда приходим. На каникулах всегда, каждый божий день мы возле школы, всегда. Это что, интервью? Конечно.